Завершилась спартакиада на призы компании «Петроказахстан Кумколь Ресурсис». Отметим, соревнования были приурочены к 120-летию казахстанской нефти. Программа турнира была насыщенная в этом году. К традиционным турнирам по футболу и волейболу добавились плавание, настольный теннис, шахматы и легкая атлетика. Ерболат Салымов работает оператором на месторождении. Не первый год он любит спорт и всегда с удовольствием принимает участие в играх. В этом году его команда «Кумкольский нефтегазоперерабатывающий цех» завоевала бронзовую медаль. Ежегодно проводятся соревнования по волейболу и футболу. Особенность же этого года в том, что добавили еще другие виды спорта. Многие обрадовались этому и тоже подали заявку на участие. На этот раз мы заняли третье место. Будем тренироваться. Наша цель – стать победителями. Серебро по итогам спортивных баталий завоевала команда ТМГ «Оперейтинг». Профессионально плавать я научилась с детства. Я ходила в школу профессиональных плавания города Москва. По приезду в Казарду я перестала посещать профессиональный курс плавания, но продолжала заниматься каждую, так сказать, неделю просто для себя. Плавала, и был шанс просто поучаствовать в нашей компании, и я, так сказать, приняла участие. Победа для меня оказалась очень легкой. А вот победителем турнира стала команда управления материальными ресурсами. Она показала лучшие результаты по 4 из 6 видов. Компания «Петроказахстан» проводит масштабную спартакиаду, посвященную 120-летию казахстанской нефти. Все команды хорошо подготовлены. Сотрудники приняли самое активное участие. Действительно, было очень интересно. Состязания были захватывающие. Хочется поблагодарить руководство компании, организаторов и всех участников за эти соревнования. Мы заняли первое место и очень рады этому. Победители и призеры спартакиады награждены специальными дипломами и ценными призами. Соревнования такого масштаба планируется ввести в традицию.